Приветствую тебя на моем канале. В этом видео я покажу тебе 7 лучших микроволновых печей Канди на 2024 год. Я рассмотрю особенности каждой модели и выделю их преимущества и недостатки. Будет интересно, так что не переключайся. Оказывается, выбор микроволновки – это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Взять, к примеру, эту модель. С одной стороны, она предлагает впечатляющий набор функций, которые должны удовлетворить большинство ваших кулинарных потребностей. С электронным управлением и цифровым дисплеем, на котором отображается все от текущего времени до выбранного режима работы и уровня мощности, управление этой микроволновкой становится удивительно простым и интуитивно понятным. К тому же она оборудована 8 автоматическими программами приготовления, функцией экспресс-приготовления и даже функцией размораживания продуктов, что делает ее не просто помощником на кухне, а настоящим кулинарным центром. Однако, несмотря на все эти плюсы, важно учесть отзывы пользователей, которые указывают на некоторые недостатки. Например, некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами в работе управляющего программного обеспечения или выразить недовольство качеством сборки. Поэтому, если вы рассматриваете эту модель, стоит взвесить все «за» и «против», учитывая именно те аспекты использования, которые для вас наиболее важны. Ведь именно от этого будет зависеть ваше удовлетворение от покупки в долгосрочной перспективе. В описании под видео я оставила для тебя скидочный промокод и ссылки на надежные магазины, в которых можно приобрести понравившуюся модель с максимальной выгодой. Выбирая микроволновую печь, важно обратить внимание на ее внутренний объем и удобство использования. Эта модель с внутренним объемом 23 литра и эмалированным покрытием камеры предлагает достаточно места для разогрева и приготовления блюд для семьи. Поворотный стол диаметром 27 сантиметров обеспечивает равномерный разогрев пищи. Навесная дверца с ручкой и возможностью открытия налево добавляет удобства при ежедневном использовании, делая эту модель подходящим выбором для любой кухни. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Микроволновая печь Канди MICG-25 сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность, делая ее идеальным дополнением к любой кухне. С объемом внутренней камеры 25 литров и мощностью в 900 Вт эта модель обеспечивает эффективный и равномерный разогрев пищи. Встроенная гриль-функция с мощностью 1000 Вт позволяет не только разогревать, но и готовить разнообразные блюда, придавая им аппетитную корочку. Управление осуществляется при помощи кнопок и поворотного регулятора, что делает процесс настройки программ и мощности интуитивно понятным. Модель оснащена поворотным столом диаметром 31,5 см, обеспечивающим равномерное распределение микроволн и, как следствие, более качественный разогрев пищи. Благодаря внутреннему покрытию из эмалированной стали, уход за внутренней камерой микроволновой печи становится проще, а материал обеспечивает долговечность и безопасность в использовании. Навесная дверца с ручкой и возможностью открытия налево предоставляет удобство доступа к блюдам. Печь также оснащена защитой от детей, что делает ее безопасным выбором для семей. Интерьер из нержавеющей стали не только упрощает чистку, но и способствует равномерному распределению тепла. Многочисленные программы приготовления, включая гриль и разморозку, расширяют возможности пользователя, позволяя экспериментировать с разнообразными рецептами. Важно отметить, что при использовании микроволновой печи следует избегать использования металлических или алюминиевых принадлежностей, так как они могут вызвать искрение или даже пожар внутри камеры. Рекомендуется использовать только посуду, безопасную для использования в микроволновых печах. А эта модель является компактным и функциональным устройством, подходящим для любой кухни. С мощностью в 700 Вт и объемом камеры 20 литров она обеспечивает эффективное приготовление и разогрев пищи. Механическое управление делает процесс выбора режимов работы интуитивно понятным и легким. А наличие функции гриля расширяет возможности приготовления разнообразных блюд, позволяя добавить к ним аппетитную золотистую корочку. Данная модель
модель сочетает в себе практичность и надежность, что делает ее отличным выбором для ежедневного использования. Далее отмечу еще одну модель, которая объединяет в себе практичность и стильный дизайн, делая ее идеальным дополнением к современной кухне. С мощностью в 700 Вт и объемом камеры 20 литров эта микроволновка обеспечивает эффективное приготовление и разогрев пищи. Поворотный стол диаметром 245 мм гарантирует равномерный разогрев блюд. Устройство предлагает 6 уровней мощности, что позволяет точно адаптировать процесс приготовления к различным типам блюд и функцию разморозки для быстрого разогрева продуктов. Модель отличается ярким дизайном, который будет гармонично смотреться на любой кухне. Следующая рекомендация – MIC-201EX. Устройство обладает современным дизайном и представляет собой встраиваемую модель с функцией гриля и объемом в 20 литров. Управление осуществляется электронным способом, что добавляет удобства в использовании. Мощность гриля составляет 1000 Вт, что достаточно для приготовления большинства блюд. Кроме того, максимальная мощность микроволн 800 Вт, что является стандартом для современных моделей. Устройство также оснащено 8 уровнями мощности, что позволяет точно настраивать режимы приготовления в зависимости от типа продуктов. Интересной особенностью является наличие функции старт-экспресс, позволяющий мгновенно запустить микроволновую печь на максимальной мощности на 30 секунд с возможностью добавления времени такими же интервалами. Кроме того, модель оснащена детским замком, обеспечивающим безопасность использования в доме с маленькими детьми. Однако, как и любой технический прибор, эта модель имеет свои недостатки. Среди отзывов пользователей встречаются упоминания о том, что инструкция по использованию может показаться недостаточно подробной для некоторых функций. Также, несмотря на наличие множества автоматических программ, на практике может потребоваться время, чтобы полностью освоить и адаптировать их под индивидуальные предпочтения в приготовлении пищи. Итак, если вы ищете функциональную микроволновую печь, которая справится с большинством задач на кухне и при этом легко впишется в интерьер благодаря своему современному дизайну, эта модель может стать хорошим выбором. Но не забудьте уделить внимание изучению инструкции и возможных нюансов в использовании, чтобы максимально использовать потенциал устройства. Ну и последнее на сегодня. С объемом камеры в 20 литров и 6 уровнями мощности эта микроволновая печь предлагает достаточно возможностей для приготовления различных блюд и разморозки продуктов. Особенно удобной является программа разморозки, которая позволяет выбирать процесс размораживания как по времени, так и по весу продукта. Интересной особенностью этой модели является электронное управление, что делает эксплуатацию устройства интуитивно понятной и удобный для пользователя. Диаметр поворотного стола составляет 255 мм, что обеспечивает равномерное распределение тепла и гарантирует идеальные результаты приготовления. Тем не менее, важно отметить, что мощность микроволн составляет 700 Вт, что может влиять на скорость приготовления пищи по сравнению с моделями, обладающими более высокой мощностью. Также, хотя и имеются различные режимы работы, основной акцент делается на функционал соло, что может ограничивать возможности более сложного и разнообразного приготовления. В целом, она является прекрасным выбором для тех, кто ищет надежную и функциональную микроволновую печь от известного производителя для повседневного использования. И вот мы подошли к финальной части обзора. Не забудь, что ссылки на все модели из моего рейтинга ты найдешь в описании под этим видео. Проверь сам. А еще воспользуйся скидочным промокодом, который я для тебя подготовила. Если этот видеообзор оказался для тебя полезным и помог определиться с выбором, поддержи меня лайком. Твои комментарии помогают делать контент еще лучше, так что не стесняйся делиться своими мыслями. И, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи!